Здравствуйте, товарищ Рыболов. В сегодняшнем видеообзоре я хочу рассказать о уже, так сказать, очень известной и всем полюбившейся приманке, как Джекал Чаби. Данная приманка уже, так сказать, завоевала сердца многих рыболовов-головлятников, поскольку у меня на домашней реке головля более чем достаточно. Я собрал себе специально для этого хищника комплект. И, так сказать, прикупил приманок. И вот одна из моих любимых приманок – это Джекал Чаби. Данная фирма выпускает приманки уже очень давно. Довольно-таки широкий ассортимент у данного производителя. И его приманки отличаются от отменным качеством. То есть соотношение цены и качества и уловистости стопроцентное. Данный воблер не что иное, как такой вот пузатенький крэнк. Существует несколько модификаций по заглублению. Ну, вот у меня классический Джекал Чаби 38. Как понятно из названия, его длина составляет 38 мм. Моделька, естественно, плавающая. Весит он всего лишь 4 грамма. Заглубляется от 60 сантиметров до 1 метра. Данный воблер, как я упомянул ранее, я в основном ловлю на него головля. Но также в прилове нередко бывает и жерех, и ясь, окунь. И даже иногда попадается щука. Невзирая на его столь малый размер, щука не упускает возможности, так сказать, его атаковать. Попадались даже вполне интересные экземпляры на такие воблеры. Кто скажет, что он у меня как новый? Да, это у меня в данной расцветке воблер не так давно. У меня был до этого чабик, но, к сожалению, я его потерял. Естественно, поспешил приобрести к нему замену. Восполнить, так сказать, потери. Потери данных приманок – это всегда довольно-таки печально, поскольку стоят они, не сказать, что дешево. Но, честно говоря, денег своих они стоят на все 100%. Полетное качество данной приманки очень... Не вполне хорошие, летит довольно-таки точно и далеко. Палочка от 3 грамм и с плетенкой в диаметре по японской классификации единицы. Я его, в принципе, кидаю довольно-таки далеко и точно. Поскольку я ловлю в основном с лодки, то есть супер дальний заброс мне, в принципе, особо не нужен. Вот в плане контроля полета приманки это более чем. Проводка данной приманки это в основном равномерка. Также, в принципе, можно применять стоп-н-го. Данная модель неплохо обходит препятствия. То есть чувствуем, что он уперся, допустим, там в коряшку, которую, собственно говоря, не видно поверхности. Делаем небольшую паузу, воблер немножко всплывает и продолжаем проводку. Также на такую проводку хорошо отзывается и голавль. Ну и также можно и поймать и жерех, и щуку, так сказать. Так что приманка более чем достойная, можно сказать, даже легендарная. То есть головлиная классика. Это сам в моей коробке он занимает одно из лидирующих мест. Так что предлагаю всем приобрести данную приманку. Лишней она у вас точно не будет. А если посмотрите многие обзоры, почитаете о ней, то отрицательных отзывов о ней, в принципе, я не видел. С
Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.